Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, 12-й день, забираем с тобой сундучок. О, надо валит она тут. Ну, неплохо. Так, второй сундук. Ну, прекрасно, ребята. Руны, рыба. Даже монетки Одина там были. Так, прекрасно. Ну что, давай смотреть, что у нас тут. Разбираться, так сказать, потихоньку. Начнем, наверное, как всегда, с бесплатного пака. Так, монетки Одина 9 штук в копилочку полетели. И загадочный набор. Крылатый ужас. Громобой. Так, Громоль-защитник. То есть, подожди, мы Громоля можем с тобой прокачать? Я ничего не путаю. Так, секундочку, Громоля мы можем прокачать. Дай-ка я кое-что гляну. Так, здесь откроем с тобой тоже пак. Громоль, громобой. Так, водорез. А, Громоль-защитник, это не тот, про которого я думаю, ребят. Это вот он. Нам его нужно еще прокачать для начала. А вот оно что. Так, давай следующий нажмем. Интересно, у нас сегодня есть какое-нибудь событие? Нету, ребята. Пока событий никаких нету. Да я думаю, что вы бы мне написали сразу в комментариях, да? Рэй, там новое событие, заходи быстрее и начинай играть. Обычно вы так всегда делаете. Ладно, раз нет событий у нас сегодня, значит опять будет арена. Получается так. Кстати, мы с тобой пак-то еще не открыли, вот этот вот. Монетки Одина забираем. И здесь у нас, так, ужасное чудовище. Кревет, Громоль. И все, но как-то маловато на самом деле. Хочу, как говорится, больше. Так, эти у меня ресурсы понаходили. Ждут, как говорится, отмашки теперь от меня. Так, этот уровень получает 19-й всего лишь. Так, Беззубик 72-й уровень получает, ребята. И теперь я могу найти землехвата. Хорошо, что я его не брал тогда. Хотя... тут, наверное, землехват обычный, а там-то был эпический. Так, Фуря, ты ничего не принесла? Да, 12 тысяч древесины. Очень-очень много. Так, руночки мы забираем с тобой. И Фурию дневную мы с тобой отправим. Куда? На поиски. Да тут абсолютно никакой разницы нет, а пускай ищет. Что? 112 уровень нужен? Так, подожди секунду, я что-то не понял. Почему меня сюда перекинули? Давай, иди там, делай свои прикосновения бесплатно. Так, Громгильда, ты там что у нас? Бесплатно вот это пойдешь делать? Барсик. Ага. 8 рун. Давай, жуткая цыпа, тоже бесплатно. И наша сарделька. Смотри, нам стали выдавать с собой вот эти вот шлемы почему-то. Раньше их не было, а теперь стали их выдавать. Фурия, давай-ка без глупости. Можно, конечно, ее покормить. В принципе, не так уж и дорого стоит вся эта кормежка. Так, она может дальше искать. Так, а я хочу еще. Ох. Так, новая карта. Новые навыки. Давай, пускай, ребята, идет. Прокачивается. Так, у нас с тобой еще дофигища всего. Что мне делать с Беззубиком, ребята? Прокачивать его дальше по уровню? Блин, ну это же дорого. 11 лямов. Была не была. 73-й. Тут теперь он требует 12 лямов. Жалко, у нас событий нет никаких. Так бы, может быть, мы немножко с тобой заработали бы там. Так, теперь зато я могу смело забрать рыбу. Забрать рыбу и отправить их дальше на поиски. Так, водорез, иди ищи. Так, у кого еще рыба? Ага, кревет. Вперед с песней. Ты тоже, малой, с песней вперед. Сколько мы сейчас с тобой выручки сделали? На 34 миллиона рыбы. Так, Беззубик. Хватит нам. Е, 74 уровень. И теперь мы можем найти с тобой стража. Мне чем-то он напоминает Жутика, если честно. И нам нужно еще, ребята, поднять его. Ну, до 75 уровня я хочу его прокачать. А, обучаться. Иди. Иди обучайся, конечно.
Я построил макет каталудки в натуральную величину. Стоик наверняка будет впечатлен. Наверняка. Ну и где там твое изобретение, слюнявый? У меня дома. Я построил макет в столовой, но он не проходит в дверь. Типа-типа, да, отмазки такие. Ну, неважно, ребята. Нам нужно с тобой, кстати, заработать 4000 с лишним руна. А знаешь для чего? Для того, чтобы... Для того, чтобы что? Да-да-да. Ага, 4490. Вот так вот, чтобы быть точнее. Слушай, Ведрон, когда дерево падает в лесу, оно издает какой-нибудь звук. Что ты имеешь в виду? Будет ли дерево кричать или что-то такое? Может, спросим у дерева? Эй, философы! Дровница полупустая, так что приступайте к работе, пока вас не услышал стоик. Ладно, плевака, уже идем. Что там нужно было плеваке? Полупустая дровница? Ладно. Так, получите... А, поручите драконам добыть 2 миллиона древесины. Сделаем. Плевака будет рад, что дровница полупустая. И, кстати, ни одно дерево не кричало, хвала богам. Я вот размышляю о вас двоих. Если у вас в головах только половина мозга... Ой, простите, Ведрон. Я забыл. У тебя же действительно половина мозга. О, я не обижаюсь. Это же лучшая половина. Так, ты-то что? Плевака, я хочу помочь с дрессировкой драконов. Прости, что ты хочешь сделать? Я хочу помочь Икингу научить драконов летать как можно быстрее. Я желаю стать официальным хронометристом драконов Олуха. Я совсем не против отслеживать время полета драконов. Ведь сначала им придется улететь с Олуха. Ах ты, гаденыш. Так, поручить драконам добывать рыбу и древесину в течение 3 дней. Понял. Так, во-первых, мы с тобой можем все собрать. Лети, шепот. Давай, давай, давай. Все опять за сборами. Так, у нас с тобой еще, по-моему, там есть местечко. Поэтому я думаю, мы не добились каких-то успехов, но хоть двойняшки не путались у нас под ногами. Так, поручите дракону собирать древесину в течение 15 дней. О, ребята, мы с вами получили колокольчик забвенный, который мне нужен. Пусто, кто бы мог подумать, что найти огромного дракона будет не так-то просто. Так может так больше и нет? Мы даже не знаем, что ищем. Зачем Готи дает мне колокольчик? Мы ищем драконов, Готи, драконов! Просто послушай, Смаркала. Она явно дает тебе колокольчик не просто так. Правда, Готи? Ну, естественно, не просто так. Она дает мне колокольчик для того, чтобы он был у меня. А мне нужно сколько таких? 5 колокольчиков для того, чтобы я смог призвать легендарного дракона, еще одного. Давай-ка мы посмотрим, сколько нам еще не хватает там и чего не хватает. Так, выберите новый обмен. Ну, давай возьмем экзотический громоножка. Что нам для этого понадобится? Так, 2 колокольчика, ребята, нужно. И сколько тут? 18 вот этих вот флагштоков. Блин, ну рыба, тунец. Подожди-ка, мы, может быть, можем... Нет, нет, тунец ищет только наша, как говорится, красная смерть. Так, а что здесь такое? Один плюс один плюс один. Готи, ты о чем? Легенда гласит, колокольчики Фреи пробудят великана, что таится в тиши. Чтобы пробудить дракона, позвони над деревьями и морями во все 3. Готи дала нам первый колокольчик Фреи. Теперь нужно отыскать остальные. Пора за дело. Точно, мы отправимся на край земли, за пределы Великого океана, где... Эй-эй-эй, почему бы вам не остаться здесь и не раздобыть побольше рыбы? Огромный дракон наверняка будет очень голоден. Так, поручите драконам собирать рыбу в течение 15 дней. Или пробудите Вечнокрыло. 15 дней, ребята. Обалдеть. 15 дней, это полмесяца. Они должны у меня, ребят, чтобы получить колокольчик, полмесяца должны добывать рыбу. Ох. Да, ну а что поделаешь. Вот такие вот задания здесь. Так, ладно, что у нас тут. Ага, получил уровень. Давай-ка мы тебе, братюня... Ага, не получается, не хватает... Не хватает у нас, к сожалению, рыбки для тебя. Я бы и рад тебя покормить, но никак. Так, блестящий янтарь я забираю. Больше у меня пока ничего нету. А что у нас здесь? Давай-ка посмотрим.
Так, янтарь. А, вымпелы. Вымпелы мы с тобой уже пом... А, нет, мы не тратили, да? Мы их собираем с тобой. Мы их с тобой собираем. Так, отправить драконов в приключение два раза. Так, обучить трех драконов. Блин, ну почему события нету, а? Хотелось бы какого-то события. Ну что, на арену нам только остается с тобой сейчас идти. Потому что, ну, больше пока нечего, ребята, делать. Больше нам пока здесь делать нечего. Погнали. Так, ну что, будем драться за пак вождя, как обычно. Ребят, до сих пор еще стрельный капкан у меня в компании. Я думаю, он вам тоже нравится. Несмотря на то, правда, что он слабенький. Слабенький я имею в виду по уровню. 11 левел всего лишь имеет. Но для своего 11 уровня он жарит, будь здоров. Так, поехали. Вот это мне не нравится. Ой, как не нравится мне. На тебе. Ё-моё. И этот еще. О, уклонение. Что бы нам с тобой сделать? Я, наверное, буду их замораживать. Ну, мне бы хотелось бы это сделать, конечно. Так, чудище, успокойся. Ну что, здесь кусаем сюда и заряжаем. О, это не мой. Так, а он ничего сделать не сможет. У него только с 4 энергии начинается, да? Тогда мы делаем с тобой сон на них. Естественно, ребята. И начну-ка я... Блин! Да как же так? Я все время забываю, ребята, что он пробуждает. Понимаешь, он пробуждает своими этими иголками, там, массовой атакой своей. Ну вот сейчас мы допрыгаемся. Сейчас мы с тобой допрыгаемся здесь. Надо добивать его, понимаешь? И желательно быстрее, потому что у него накопится синергия, будет крышка. Оу! Нежданчик, если честно, натика вам всем. Фига он там хильнул, кстати, ты посмотри, насколько. Это, по-моему, перебор был. Ну что же, минус. Так, мы тоже потеряли бойца. Так, я хочу, ребята, уничтожить. Уничтожить чудище это лесное. Раз. Сон будет? Будет. Будет у нас сон. Кстати, у нас, по-моему, с тобой звуки куда-то пропали. Я слышу только музыку, я не слышу ударов. Сюда. Так, сейчас будет удар. Бумс. Ну, это фигня все, потому что мы с тобой все равно его вырубим. На-ка. И первая победа за нами. Так, кстати, мы сейчас посмотрим, что нам выпадет здесь. Какой пак? Наверное, обычный. Так и есть. Так, а здесь уже и музыка пропала. Что с игрой происходит, а? В последнее время, я не знаю. Так, ну что, вначале, наверное, будем с тобой бомбить престиголового. Потом... Твою же налево, как они быстро его разбирают, а? Ну ты посмотри. Тут мало того, что звуки, тут вообще все исчезло. Все звуки, даже звуки ударов, друзья мои. Ну что? Блин, не получится. Знаешь почему? Потому что у нас пониженная атака. И что же вы прикажете мне делать? Раз, два. Еще два противника будут бомбить меня. И вряд ли у меня он выживет. Я могу единственное что сделать. Вот так вот. Это уже от безвыходности. Уклонение. Так, а ты? Окей. Хильнуться нам что ли? Допустим, я подлечился. Все-таки они сейчас, ребята, сделают свою пакость. Давай сюда укус сделаем. Раз-два. Да, они сейчас уничтожат мне, к сожалению, стальной капкан. О, он еще и массовую атаку сделал. Вот что значит, да? Так, сейчас костолом. Ну, костолом ничего не сделает такого серьезного. Слушай, что-то они слишком часто ходят. Ох, ёпрсты. Ну, давай еще... Все, ребята, я остался один. Одному здесь, ну, ничего мне не сделать, потому что против даже того же самого костолома мне не вырулить. Да нет, конечно, у меня не получится здесь ничего. Они сейчас распетрушат. На ничью я тоже не выйду. Они еще и понизили атаку мне. Все, тут, короче, понятное дело. Этот еще и хиляет. С какого перепуга костолом, блин, хиляет? Ребята, объясните-ка мне на милость. Да. С пониженной атакой, конечно, это очень тяжело тут драться. Тут и так-то тяжело. Он еще и защиту на себя повесил.
Да это бесполезный бой на самом деле. Просто оттягиваю время. Два раза он ходит. С какого, блин, перепуга? Вот объясни мне, он сходил сейчас два раза. То, что он синий, да, что он проворный, это не дает ему, как говорится, право на то, чтобы ходить по два раза, ребят. Ну, в любом случае, здесь я проиграл. Ну что, опять без звуков, да, играем? Ладно, фиг с ним, ребят. Так, ну здесь, я не знаю, надо попробовать душителя, наверное, в первую очередь все-таки бомбануть. Как они вот меня, вот как начинают свою инициативу вот эту проявлять, и все. Ничего я тут сделать не смогу. Поехали, короче. Раз, это для начала. С какого, блин, перепуга-то, а? О, родной ты мой. Как же тебе досталось? Если я даже хильнусь, это как-то спасет мне кривоклык или нет? По-моему, не спасет, ребят. Кто-то будет сейчас ходить. Этот, да? Постулат. Но мне кажется, лучше сюда вот ударить. Куда он? Тыч. Ага. А этот все-таки добьет. Несмотря на то, что у него была, ребят, пониженная атака, все равно он все-таки пробил. Что-то не клеится у нас в последние моменты бои наши. Так, давай, наверное, вот сюда еще бомбанем. Нет, сюда, наверное, все-таки. Ну что у нас? Ветокрыл, он ничего сделать не сможет один. Слушай, по-моему, даже уже звуки ударов куда-то исчезли. Конечно, хочется массовую атаку влупить по полной программе. О, все, все, забудь об этом. Тут, по-моему, мы с тобой вообще ни одного дракона даже не захватим. Обидно, конечно. От этого становится, ребята, очень обидно. Может быть, нам с тобой убрать из нашей компании. Так, мы под гипнозом. Может быть, нам из нашей компании убрать именно стальной капкан и вернуть обратно Барсика? Как тебе такой вариант? Давай попробуем. Так, друзья мои, я попробовал взять вот Костолома 14 уровня. Посмотрим, как у нас пойдут с ним дела. Так, смотри, что творят, а? Вот жучары. Поехали сюда, укус. Так, мы сейчас ходим, что у нас тут? Отнимает здоровье и усиливает атаку. То, что нужно. Вот гаденыш что творит. Воу-воу-воу-воу, тише. 13 уровня, фига он там бомбит. Кого сейчас кусать будешь? Замечательно. Да дайте мне уже добить-то этого ханорика, а? Так, а это что у нас такое? Снижает защиту всех драконов команды соперника. Хм. Ого, сколько мы можем укусом-то своим бомбануть. Так, ну я вот это все-таки добью. Мы потеряем с тобой бойца. Так, у нас есть заморозка. Давай замораживать. Хотя, наверное, нам надо было сделать с тобой слепоту. Только сейчас я почему-то понял это. Ладно, давай мы с тобой попробуем все-таки здесь отвоеваться. Опа, что он сделал? Так, сейчас будет ходить у нас опять же этот все-таки, да? Хм. Ну давай я все-таки вот так сделаю, ребят. Сюда ударим. Что он творит, не понимаю. На. Костолом, добивай своего кореша. Молодец. Красотуля. Так, он ослеплен, поэтому просто удар. А дальше, наверное, опять слепоту повесим на него, на всякий случай. Но, конечно, разогнался. Все, теперь его будем выносить. У него очень быстрая инициатива копится. Я вот смотрю, практически моментально. Ох, подожди, слепота, слепота. Как так-то? С него очень быстро слезла эта дебаф. Фух, повезло нам. Ну, здесь, наверное, будет попроще нам с тобой, потому что здесь 14 уровни. Тихо ты. Давай вот так вот тебе для начала. Что ты там придумал? Ага, промахнулся, так тебе и надо. Так, вражеский костолом ходит. А мы все равно будем с тобой добивать.
Вот что творит. На-ка. Это тебе для начала. Сейчас что-нибудь придумаем. Так, это чей по столу ходит? Вражеский, да, получается? Ну все, теперь пора нам уничтожать. Теперь мы можем... Хо-хо-хо. Давай сюда, наверное, сделаем. Вот так. Нет. От... Гаденыш, что сделал? Так, мы замораживаем и бомбим с тобой кого. Давай, наверное, вот этого косолома уничтожим. Попытаемся, по крайней мере. Сейчас мы его потихонечку запрессуем. Давай сделаем укусик. Этот сейчас, наверное, проснется уже скоро. Но мы, наверное, добьем, успеем добить. Все, а на этого, ребята, будем вешать слепоту. Ну и, соответственно, добивать. Что там? Естественно, он не упустит момента сделать свой суперудар. Бесполезный на данный момент. Так. Мы уклонились. Вот смотри, два раза заходит, а? В плане, как он попал? У него же... Подожди, а у него разве слепота не висела? Я офигею, ребята, я в шоке просто. На тебе. Все равно победа за нами, да? Так, ребята, а вот и пак. Душитель. Так, дымодышащий. Громорок. Громгильда. Окей. Ну что, пойдем за следующими, как говорится, паками. И кто у нас там? 15 уровней, по-моему, да, если не ошибаюсь. Все 15 уровня. Но лезешь тут. Так, с кого начать? Давай начнем, наверное, с чудища этого. Попробуем. Блин, да почему же ты такой слабый-то, а? Вот объясни мне, пожалуйста. Слабоватый ты какой-то. Не в плане атаки, а именно вот по состоянию здоровья, ребята. Его очень быстро вносят. Хотя костолом, ну да, они же разные есть. Вот зеленые, они крепкие, красные, они так себе. Ну что тут, просто можно кусануть, уничтожить, так сказать. Они все будут против него прыгать. Естественно, он не мешает. На тебе, ты нам тоже мешаешь. Два удара прям по хребтине, на тебе. Так, теперь твоя очередь. Что сделаем? Укус. Посмертный, это был твой укус, потому что тебя сейчас разберут. И мы с тобой сделаем вот так. Этот гаврик добьет. И мы будем заниматься именно пристиголовым. Без лишнего, так сказать, пафоса. Просто делаем слепоту. Ну и начинаем потихоньку с тобой его расколбашивать. Так. Еще творит. На. Давай сделаем заморозку. Все равно уже победа здесь за нами. Укус и добивка. Ага. Ты смотри-ка, он захилялся еще. Захилялся и ускорился. Но это ему не помогает. Ну, а мы идем дальше. Ох, ё-моё, парящий прихвостень здесь. Так, фиолетовые, они против синих. А у нас синих нету, так что можно расслабиться. На тебе. Так, а у нас красный против зеленых. Зеленый только лишь один, это ветрокрыл. Опять же, не забываем, что на пятой энергии, ребята, он может заморозить всех. Оу, тихо, фаербол, что ли, блин. Ох, ёкалыманы, вот это он влепил. Тебе не кажется, что нас тут что-то как-то быстро разобрали? Уж чересчур быстро просто. И у меня даже энергия не накопилась. С какого перепуга-то? Эй! Вы не оборзели ли, а? Друг за другом ходить-то, блин. Это нам повезло, что у нас уклонение, ребят, с вами срабатывало. Че, замораживаешь? Ну давай заморозим, фиг с ним. Давай заморозим, нам все равно с тобой некуда деваться. Кусаем. Бьем. Так, сейчас будет ходить он.
Понятно. Так, сейчас еще один удар. Блин, да ладно. О, хватило. Так, этот у нас пока... Все, ребят, мы сейчас на него будем слепоту. И он доигрался. Да, что-то какие-то команды пошли противников в последнее время. Очень серьезные. Тяжело у меня выходят бои. Такое ощущение, что требуется прокачка моих... Так, у нас же там слепота висит, да? Да. Требуется прокачка наших драконов. Иначе мы с тобой будем отгребать по полной программе. И с каждым разом все серьезнее и серьезнее бои. Так, если... Нет, я заморозку не хочу. Пускай будет на нем слепота, потом мы опять повесим. Вот так. И продолжаем бомбить. Ну что ты, что ты? Все равно ведь мимо. Ну что, добьем его или нет? Да вот так вот сделаем, да и все. Чтобы не париться. Так, это у нас, по-моему, последний бой, и мы с собой забираем пак. Если я, конечно, ничего не путаю. Да, ребята, я ошибся. Нам нужно еще, оказывается, один бой сделать. Так, два фиолетовых плюс кто там? Синюха. Тройной удар, естественно, нужно выносить отсюда. Желательно побыстрее. Ну что ты там? Как всегда, понижает защиту, и эти начинают отрываться по полной программе. О-оу. Что-то пошло не так, верно? Если мы сейчас... Нет, наверное, просто кусать будем. Так, мне нужно, чтобы у меня ветрокрыл дожил до своей суператаки, до заморозки. В принципе, шанс есть такой. Да вы достали, ну вот серьезно. Так, давай одного, наверное, уничтожим с тобой. Этот сейчас пульнет куда-то, а потом замораживаем, короче, их. Все, делаем заморозку. Начну я, наверное, с душителя. Вот с него, или с этого лучше. Кого тут? Давай, наверное, все-таки с него. Плюс вот так вот. Удар, блин, он же сейчас, ребята, сделает свою суператаку. Ёлки-палки, у него же гипноз. О-оу. Так, она, гипноз не подействовал на Кривоклыка. И это хорошо, кстати. Ну. Так, а мы делаем с тобой гипноз потом. Гипноз, ну слепоту, гипноз. Можно и так назвать. Ну что ты, чудик, тут выпендриваешься мне. Давай вот так вот сделаем с тобой. О-о-о-о. Защита, да? Или что это у него? Защиту поставил на себе. Надо пробить ее быстрее. Так, мы пробили. Опа! Нифига он! Он меня, ребята, подловил. Блин, горелый. Как мне теперь его вырубить? Фига. Он еще и атаку мне понизил. Что он сейчас будет делать? Просто уничтожил, ребята. Вот так вот. Ну что же, а вот и пак вождя. Так, шторморез, древоруб, шипорез, костолом, ужасное чудовище, отпрыск. Так, злобный змеевик. И кривоклык. Вау. Еще и ветрокрыл. Слушай, ну это хорошо, ребята. Так, где мой родной? Вот он. Улучшить, конечно же. Ну вот, совсем другое дело. Это хорошо, ребята. Это теперь у меня самый сильный персонаж из всех драконов. 15 уровня он. Так, я не могу улучшить? Нет. 15 уровень. В следующий раз мы с тобой посмотрим, насколько он хорошо будет бомбить. Так, а здесь забираем с тобой награды. О, 60 вымпелов. Так, событий. Ну, событий нету. Ну и вроде бы пока на сегодня все, да, друзья мои? Так, ну-ка иди за древесиной лети. А ты у меня лети за рыбой. Как-то вот так вот.
Слушай, ну у меня на прокачку очень мало поставлено драконов. Подожди секунду. Давай-ка мы, может быть, кого-нибудь отправим с тобой на обучение. Например, даже его кормить надо. Давай вот тебя отправим. Блин, его тоже кормить надо. 94... А, 1000, ёлки-палки. Иди, обучайся хотя бы ты. Хоть кого-нибудь надо обучать, ребят. Чтобы не простаивало у нас просто так наши тренировочные. Да, все, меня вполне устраивает. Ну, а на этом, дорогие друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!